по скриптам. Я сказал уже пока землянам, но тут нам повезло, мы поймали 4 рыбки. Угу. И пойдем посадим их в садок. Сейчас я это самое. Вот нам помог пацанчик. Вот туда. Марсик, принимай рыбу. Пошли. Все, Лирик со мной. Для чего у нас садок? Объясняю. Вот, например, вчера у нас был рыбный день. И сегодня жарить рыбу опять, ну, как бы неохота. Я посажу ее в садок, рыбу. И она будет сидеть там хоть неделю. О, а я тебе видел? Угу. Так, вторая. Вот, смотри, вот. Самая крупная. Третья. Да. Четвертая. Четыре, да? Да. Вот. И мы ее сажаем в садок. Во-первых, там прохладная вода на глубине. Мирка, на, Марсик. Понюхай, прими, оближись. Как есть. Все. И Лирик он с ними. Лирик, потом. И теперь я опускаю сюда на глубину 2 метра. Там она будет храниться. Конечно, ты бы хранила ее в своем животике бы. Очень даже она любит хранить рыбу у себя в животе. Ну. Что, пойдем со мной. О. У нас еще один день в запасе, и мы червячков запакуем. И можем еще завтра, если надумаешь, вот прийти, завтра еще половим. А это у нас макуха. Макуха. И что? И что? Мирка. А запах, видать, от нее идет. Мирка, за любой кипиш. Лишь бы это была еда. Все, червячки у нас вот здесь. Ну а теперь я уже скажу, что даю отчет, что мы поймали 4 рыбы. Одна вот такая сорвалась. Не, вот такая, да, Вов? Или вот такая? Больше. Больше, вот. Вот такая сорвалась. Значит, потом мелкую мы отпустили, а крупную мы положили в баночку из-под майонеза. Вот так у нас раньше говорили. А, угу. Ну что, Марсенчик, помаши лапкой человечеству. Вот. Вот и наш самый главный рыбак. Это Марсик. Помощник. Помощник. Ну, потом, когда будем жарить рыбку, мы им, конечно, головки и хвостики отдадим. Было бы больше, Марсюшка, я бы тебе дал бы. Ну, как говорится, и пришел не вот пустым. Все, земляне, вот выходной с Вовой, вот у нас так и прошел. В беседах, в разговорах, в рыбалке, в расстройствах, наоборот, ну, когда сошла рыба. Да. Потом, когда поймали, в радости. Так что все перемена так. Радость и не радость. А если будет одна радость, то тошно будет. А если будет одна не радость, тоже будет тошно. Поэтому все должно быть сбалансировано. То есть центрировано. Ну что, ну а теперь всем пока.